Ну, я ищу Алису, а Алиса прибегает ко мне. Привет! Привет! Что такое? Разговорчивая ты с прижатыми ушами. Ну? Алиса говорит, есть что поесть. Если найду. А, в земле рылась, видно. И пошла. Ей ничего не дают. За ней ходить нельзя. Она категорически против этого. Да? Вот те, кто будет смотреть в интернете видео 10 причин, почему надо завести лисичку дома, вот обратите внимание на ее поведение. Да. Вот. Да, ух ты, злая какая.